изгиб гитары желтый ты обнимешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Изгиб гитары желтый ты обнимешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ой, поднимаюсь к вам на третий этаж. Я выбрал тяжелый путь. Путь к совершенству никогда не бывает легким. Я подойду к окну, откуда видно класс наших студентов, где они всегда занимались. Потом пойдете со мной, мы немножко там поговорим. Ой, боже мой, если это старая история. Молодой человек пришел к доктору и сказал мне, год остался жить. Что посоветуете? Он говорит, иди к своему пастору. Приходит к пастору. Говорит, пастор, что делать? Нехорошие новости. Год осталось жить. Может, два. И что же делать? Очень просто, пастор сказал. Едь в МГБИ, Еврейский Мессианский Институт Библейский. Он говорит, разве это поможет? Он говорит, нет, это будет самые длинные два года твоей жизни. Я сижу сейчас не возле КПЗ, а самых два тяжелых года учеников, которые за этой решеткой проходили библейское обучение. И, конечно, это шутка, но все же это было самых прекрасных два года. Я поздравляю вас с выпуском. Пускай Бог благословит вас. И знайте, что все будет хорошо. А для наших талмидим, тех, кто изучали Тору, вот эту прекрасную Тору, хочу сказать одно. Ее слова, ее буквы всегда живы, потому что они написаны Творцом. Хотя переписаны человеком, даны человеку для того, чтобы они наполнялись присутствием Бога, наполнялись Его сущностью. Это слова жизни. И если вам когда-то станет скучно, вам нечего будет делать, вам покажется, что Тора скучна, один совет – начните немножко шить.